Доброе рефтов всем. Пусть Бог благословит это время, чтобы мы всегда были благодарны Богу за все, что есть в нашей жизни, за все, что Он дает нам в нашей жизни. Спасибо. И у нас сегодня 4 глава, 1 послание Петра. Текст, я надеюсь, пройти до 11 стиха. И, как обычно, я сразу зачитаю весь текст, а потом буду комментировать. 1 Петра, 4 глава. «И так как Машиах пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, который получил». Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Ишуа Машеха, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Итак, весь текст говорит о том, что апостол призывает людей перестать грешить и начать жить по воле Божьей. Все это звучит настолько уже привычно нашему уху, что иногда мы не слышим вот за привычными штампами самые важные вещи, о которых говорит нам Бог. И то, что мы можем видеть даже вокруг себя, люди говорят правильные вещи, но реально поступают совершенно противоположность Священному Писанию. И когда это происходит много раз, человек перестает замечать, что он давно уже преодолел вот эту границу, и он даже думает, что он служит Богу, на самом деле он уже давным-давно этого не делает, а служит своим каким-то желанием, удовлетворением и так далее. И в данном случае здесь есть как бы хороший пример касательно плоти. И, конечно, в 6 стихе я коснусь вот этого оборота речи, который у Петра звучит, нельзя сказать, чтобы понятно, совсем непонятно, потому что как будто бы входит в противоречие с общебиблейскими установками. Давайте по порядку. Первое, что в этой главе дается сравнение, что так же, как Мессия пострадал плотью, мы должны вооружиться этой же самой мыслью, что страдающий плотью перестает грешить. Казалось бы, здесь уже есть противоречие. Ведь Машиах не грешил, ведь Мессия жил совершенно чистой жизнью. И плотью пострадал за нас. Это написано. Почему такое сравнение? Дело в том, что современный верующий человек совершенно не думает и не говорят, как правило, о страданиях, о которых много говорили в первом веке, во втором, в третьем и даже буквально еще 100-200 лет назад. Те регионы, где есть гонения, для них всегда будет очень актуальная тема страданий или страдать плотью.
Например, когда читали эти же самые стихи люди в 70-х годах, это 50 лет назад, в бывшем Советском Союзе или в Румынии, они их совершенно по-другому понимали, чем то, что вкладывают сегодня современные верующие, вот страдать плотью. Для него это какая-то абстракция. Но апостол не зря приводит этот пример. Когда человек пострадал плотью, не знаю, что угодно это может быть, человек может получить увечье какое-то, заболеть и многие-многие другие вещи в этом мире. Ему нужно сосредотачиваться не на жалости к себе, не надо себя жалеть, что случилось, уже случилось. Но вооружившись этой мыслью, человек должен понимать, что ему это во благо. Вот в этом страдании он каким-то образом где-то уже соединяется с Машехом, и его жизнь становится лучше. Поэтому и написано, страдающий плотью перестает грешить. Знаете, когда человек лежит с температурой там 39 или я уже лежу, когда 37,5, никогда плохих мыслей нету в голове. То есть хочется просто выздороветь и быть здоровым. Когда человек болеет или страдает плотью, он думает только о том, чтобы выздороветь. Почему же мы, болея грехом, не думаем постоянно о том, чтобы выздороветь? Вот это параллель, вот это сравнение. Страдающий плотью перестает грешить, то есть не делает неправильные вещи. Когда у человека болит живот сильно, он не может кушать в этот момент. Так или нет? У нас тут есть о переедании, мы сейчас еще поговорим об этом. Но первый стих, на мой взгляд, очень показательный и важный, потому что вот это сравнение с Мессией, который пострадал плотью за нас, он заплатил цену за грешного человека. Мы же, если страдаем, мы страдаем за свои грехи, но мы перестаем в этот момент согрешать. Мы думаем о выздоровлении. То есть для нас это фактически является благословением или благом. Точно так же большой вопрос, вот когда люди перед смертью болеют, а потом умирают, хорошо это или плохо? Я уверен, какая-то часть людей скажет, лучше умереть и не мучиться перед смертью. А для кого-то это время для покаяния, время закрыть свои долги все, время примириться с ближними и дальними. Вот ему как бы отпускается время закрыть свой жизненный путь правильно. Поэтому, зная заранее, что человек умрет и страдая плотью, для него это становится действительно благословением, потому что стимулирует человека к чистой жизни. И второй стих. Для чего? Для того, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. И вот здесь давайте мы сразу перейдем к 6 стиху, а с 3 по 5 я прокомментирую отдельно. Почему? 6 стих. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». И кажется, что речь идет о тех, которые умерли и уже находятся в аду. И в комментариях вы можете такое прочитать. Кто читал в комментариях похожее? Нет? Не читали? Я вам прочитаю. У меня прямо здесь есть комментарий. В кавычках «мертвым было благовествуемо». Когда Христос сошел в ад, 3.19, это то, о чем мы говорили в предыдущем тексте, а главы не были разбиты, да, то есть мы должны были бы читать вот этот текст слитно, до 6 стиха. Но я читаю вам комментарий. «Усопшим дана была возможность познать его и сделаться участниками вечной жизни в Боге». На мой взгляд, абсолютно неправильное толкование, несмотря на то, что вот это брюссельское издание Библии в синодальном переводе лучше я не встречал по комментариям. Очень хорошие комментарии. Но в некоторых вопросах
не дают правильного взгляда на предмет. Если бы можно было проповедовать мертвым, зачем тогда напрягаться по жизни? Вот сейчас. И вопрос, почему тем мертвым да, а те, которые после них умерли, не будет дана такая возможность? Получается несправедливо что-то здесь? Почему те могли жить как хотят, умереть, а потом Христос сошел в ад, сказал им Евангелие, ну и как бы находясь в аду, ну кто же оттуда не уйдет, да? Все уйдут. То есть фактически после этого ад должен был быть свободным, и теперь он наново наполняется. Ну и тогда должна дана быть снова возможность всем этим людям, кто туда попал, с того момента, как он там проповедовал и всех забрал оттуда. Я не думаю, что кто-то бы сказал, да нет, мне здесь хорошо, не буду я никуда переходить. Ну это совсем уже вообще. Поэтому давайте мы внимательно соединим. Второй стих говорит, чтобы остальное время во плоти жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Для того и мертвым было благовествуемо. И мы в прошлый раз говорили, мертвые – это те, кто мертвые по преступлениям своим продолжают жить на земле. Поэтому весь этот текст говорит именно о том, чтобы человек мертвый по духу, обратившись к Богу, начал жить по Богу духом. То, что написано в конце 6 стиха. И поэтому на самом деле это Петр пишет неудобно вразумительные вещи, а не Павел. Павел как раз объясняет очень доходчиво, на мой взгляд. Но с точки зрения Петра не все. На самом же деле вот в посланиях Петра мы встречаем подобного рода тексты. Я вам просто напомню, что в послании к Ефесянам, 2 глава, я это прочту к 6 стиху, который мы читаем. Вот 2 глава, смотрите. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Вот это полностью соединяется уже с отрывком с 3 по 5 стих. То есть люди, которые живут в этом мире по плоти, они мертвые по своим поступкам. Перед Богом, перед вечностью, живя в теле, духом они погибли уже. Есть возможность покаяться, есть возможность обратиться к Богу, но только пока этот дух находится в теле. Как только наступит первая смерть, и из тела выйдет внутренний духовный человек – возможности покаяться уже не будет. И поэтому я смело называю подобного рода мысли ложными доктринами, когда люди думают, что из ада уже потом можно каким-то образом перебраться в рай. 16 глава от Луки, свидетельство Иешуа, богаче и Лазаря ясно показывает, что никто никуда не переходит. Между ними даже нету связи никакой. Хотя видеть друг друга они могут. И это, я думаю, будет одно из наказаний, одно из страданий, когда человек видит то, что отрицал в течение своей жизни, видит то, во что не верил, и находится там, во что тоже не верил. Это ад. Это будет невероятное сожаление, и я не знаю даже, как это выразить обычными словами. К сожалению, это слабо сказано, но это именно оно. Поэтому для того, чтобы оставшееся в жизни время жить не по человеческим похотям, а по Духу Божьему, человеку нужно перестать быть мертвым и, обратившись к Богу, родиться свыше, ожить для Бога, оживить свой дух. И вот 3 стих. «И довольно, и достаточно, он говорит, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой». То есть те люди, которые прожили какую-то часть жизни, как люди неверующие, хватит, достаточно, не нужно продолжать это делать. Это то, что говорит Петр. Остановитесь. И для того, чтобы совсем было понятно, он перечисляет
какого рода нечистота присутствовала, предаваясь нечистотам. Под словом нечистоты я смело могу назвать аморальное поведение людей, когда люди обманывают друг друга, наживаются друг на друге, подсиживают друг друга, строят какие-то козни друг другу. Это нечистота, это нечистоплотная жизнь. К сожалению, верующие так делают сегодня, совершенно не думая о наказании, потому что убедили себя в том, что Христос уже умер за них, и теперь можно вести себя не по-человечески и непорядочно. Отсутствует вот эта как бы порядочность. Знаете, я еще что хочу сказать. Это действительно проблема, потому что, проживая жизнь в таком вот каком-то обществе неверующих людей, в той или иной социальной группе, люди, придя к Богу, продолжают так жить. И поэтому для них слово «порядочность» отсутствует. Как будто бы нет совести. То есть, видимо, с детства никто из родителей, из окружения не вкладывал в этих людей, что слово нужно держать, сказанное, что нужно быть человеком прямым, чистым, не вести себя подло, не предавать, ну и так далее. И вот эта нечистота, она выражается именно в моральной стороне жизни, а правильнее сказать, в аморальной стороне жизни тех, кому обращается это послание. И, не знаю, но это очень как бы характерные такие признаки, ведь апостол обращается не на площади к неверующим людям, да, он пишет верующим. И вот он говорит, предаваясь нечистотам, запятая, похотям, и он перечисляет, мужеложество — это то, что сегодня процветает и подается как нормально, норма. Никогда мужеложество не было нормой и не станет нормой в глазах Божьих. Но мы знаем прекрасно, уже создаются общины давно, мужеложников. Для меня это безумие, это сумасшествие. И люди молятся Богу, у них литургия есть, читают Библию. Это безумие. Но об этом мы поговорим еще в послании к римлянам. Там так и сказано, обезумели люди. С ума сошли. А общество настолько толерантное, что ему уже... Я почему это говорю сейчас? Вот моя жена подтвердила. Пастыря, говорят. Да ладно, ничего, надо то, надо это, надо проповедовать этим людям, надо с ними, их надо понимать, их надо вмещать. Это то, что они хотят. Знаете, вот что я хочу сказать. Почему? Каждый мужеложник знает, что это грех перед Богом. Но нам пытаются сказать, что это не совсем уже и грех сегодня. И что это люди больные. Но если они больны, их надо лечить. Прокаженные ведь тоже не живут в обществе. А если они здоровые, то тогда все остальное неправильно. Потому что Писание определяет это как грех. Смертный причем. Если ты украл кошелек, это можно как-то компенсировать еще. А в этих случаях нужно каяться и никогда не возвращаться к этой жизни. Это то, о чем говорит Петр. Потому что люди жили, и вот эта греческая культура под римским правлением тогда, в то время, это тоже было нормально. Мужеложество. Для греков, для римлян абсолютно естественные вещи, в кавычки я беру слово «естественные», потому что Писание называет это противоестественным. И сегодня пастыря думают, что ну как бы ладно, ну ничего, бывает, надо с этим работать. А я хочу сказать, что каждый, кто встал на этот путь, он умышленно туда пошел.
Люди не рождаются такими. Это неправда. Если человек родился с первичными половыми признаками мужчины или женщины, это и есть его определение в этом мире. А здесь получается, почему и бунт против Бога. То есть Бог, он как бы ошибся, в мужское тело поселилась женская душа, и теперь надо это исправить. Это бунт против Бога, это путь сатаны. Потому что то, что делает Бог, подвергается сомнению. С этого начались проблемы в Эдемском саду человеческого рода. Когда-то один проповедник очень правильно сказал: сначала отменили субботу, а теперь убеждают всех. То есть еще одна проблема возникла. Мужеложество. Легализируют это. Ну, в мире уже это понятно, но я хочу сказать, еще 25 лет назад, может быть и 20, я не проверял. Но в Советском Союзе это была статья уголовная. И в Америке тоже. И в Европе тоже. Была статья. Я знаю, что уже больше 20 лет в Европе существуют клубы педофилов. И там очень много прилагается усилий, чтобы сделать это легальным. И принимаются законы, которые не должны запрещать детям получать удовольствие с взрослыми. Вот как это преподносится. Вы вдумайтесь в это? В Канаде пытались это сделать 2 года назад. Хочу сказать об Израиле. Кто дает право людям приходить в школу или детские сады и 7- или 8-летним детям объяснять, что это нормально? Это же насилие над психикой ребенка. Это, за это надо в тюрьму садить. Это уголовно наказуемое должно быть. А здесь ходят митнадвим. Беспредел. И если мы будем молчать и бояться, кто тогда об этом скажет? Скотоложество. В Европе это уже давно. Люди женятся на собаках, на свиньях, на козах. Свадьбы играют, наряжают животное в костюм или в платье, там типа платье, белое. Оно же на 4 ногах даже ходит. Только вдумайтесь в это безумие. И играют свадьбы. Открыто. Скотоложники в Европе. Это христианская территория считается. Разве это не безумие? Так об этом написано было 1800 лет назад. Почти 2000 лет назад. Потому что тогда это тоже было. И сегодня это есть. Помыслом, фантазии. Здесь тоже надо сделать небольшую оговорку, потому что иногда в личных беседах задают этот вопрос мне, и еще когда я помогал как волонтер в реабилитации, иногда спрашивали меня такой вопрос люди: что делать, если нравится девушка. Я всегда говорю, если девушка нравится, ну или девушка спрашивает, там, да, парень нравится. Это хорошо. Так Бог устроил нас. Мы по-другому не можем создать семью и продолжить свой род. Но в своих фантазиях нельзя заходить дальше, чем просто общение и знакомство. То есть нельзя мечтать и думать о запрещенном. Только тогда, когда люди вступят в брак, только тогда они смогут уже вместе быть наедине. А до этого даже мечтать нельзя, это плохо. Поэтому есть всегда граница между заложенным Богом в человека желанием создать семью, и отсюда, естественно, побуждение, да, нравится кто-то. Но есть большая разница, когда человек мечтает и
в мыслях своих согрешает. Это как раз то, что написано в Нагорной проповеди, Евангелии от Матфея. Да? Что в мыслях, если мужчина совокупляется с женщиной, он то же самое грешит, как если бы это было по-настоящему. И поэтому это нельзя. И здесь вот эти вот помыслы относятся как раз вот к этой области. Пьянство, излишество в пище и питье и нелепому идолослужению. Служение идолам всегда было связано с распущенностью в сексуальном смысле, то есть существовала храмовая проституция. Это люди, которые там работали, как мужчины причем, так и женщины. Это как бы были жрецы и жрицы любви, то есть ну вот, безумие такое. Они как бы этим служили идолам. И там всегда была обильная выпивка и покушать. Поэтому идолопоклонство, оно как бы связано вот с едой и алкоголем. Всегда было. Ну и, естественно, блуд. То есть Бааль Пеор, вот мы прошли, да, главу Балак, там об этом тоже же говорится, за то, что прилепились к Баал-Пеору. В конце этой недельного отрывка пишется. Разверзнутый, то есть с расставленными широко ногами. Идол вот такой. И очень часто ставится акцент на пьянство, то есть чрезмерное употребление алкоголя, которое, безусловно, запрещается Библией. И это грех, когда человек пьет много. Что касается немного, я сейчас не буду объяснять, что такое много, что немного, и даже не буду опираться на данные Всемирной организации здравоохранения. На мой взгляд, там тоже довольно сильно завышены разрешенные нормы. И в этом я усматриваю некую, как бы там пересматривались несколько лет назад вот эти нормы, и их повысили. То есть, в принципе, людям официально разрешают много пить. Это есть умысел у кого-то какой-то, который лоббирует эти интересы. Теперь, везде в Писании написано, что вино или секера – это крепкий напиток. Я хочу объяснить, что такое шихар, то, что в русском секера. Часто думают, что это водка или коньяк. Нет. Это напиток, который делается не из винограда. Я здесь, в Израиле, просто спрашивал у специалиста по этим вопросам местный. Он мне объяснил, из винограда можно сделать вино, у которого будет максимальная крепость там, 15% алкоголя, сухие вина. Но если хотели получить напиток с более высоким содержанием алкоголя, использовались фрукты, в которых больше сахара. И тогда это аж до 22% может дойти процента алкоголя. Вот это и есть секера. Что касается крепких алкогольных напитков, в русском языке этого нет, а в книге пророка Исаии в 25 главе текст есть. Там буквально в иврите написано ретифицированные дрожжи. Вот если перевести на русский язык. Дистиллированные дрожжи. То есть это водка. Перегнали ее. Если из винограда, наверное, будет что-то другое. Вот, но если из пшеницы, там, из зерновых, понятно, да? И Бог говорит, что Он спасенным народом, спасенным людям, Он даст это пить. Понимаете, вопрос только сколько, как. И для русскоязычного контингента, как по мне, это запретная тема. Вообще нельзя об этом говорить, потому что проблемы возникают. Люди пьют, напиваются и ведут аморальный образ жизни из-за этого. В еврейской же культуре вино, оно не для того, чтобы напиться и быть пьяным. Хотя
И в Экклесиастах говорится, и в притчах об этом говорится, но предупреждается, ужалит, как змея. Да? Но говорится, если кто-то страдает, дайте ему вино и шихар пить, потом секеру, чтобы он как-то расслабился, успокоился, да, утешился, снял нервное напряжение. Но всегда в Библии осуждалось, когда с раннего утра люди ищут вино или там приправленное вино, заправленное это вино. В то же самое время в израильской культуре вино – это было средство благословить Бога. Не для того, чтобы пить и напиваться, а хлеб и вино – это базовые продукты питания на столе иудея. И когда вино, вот как сейчас летом жарко, да, скиснет, оно превращается в уксус. Например, в книге «Рут», спасибо, когда Вооз говорит «бери хлеб и макай в уксус», это не уксус, который продают в магазине, эссенция прозрачная, вот это 5 или 9%. Это сухое вино, которое из-за того, что нагрелось, оно превращается в уксус. И в нем остается алкоголь на самом деле, но его немного. Вот это все выпадает в осадок, и оно становится более светлым и прозрачным. Все, кто хотят дома получить винный уксус, натуральный, вот сейчас летом купите в магазине бутылку сухого вина израильского и поставьте ее в квартире, чтобы оно постояло недельку. Хватит один день, но там для того, чтобы оно уже стало уксусом, нужно больше времени. Откройте бутылку, у вас будет уксус, который вы можете добавлять в салаты и так далее. Но запах и вкус будет специфический, будет отличаться. У меня такая бутылка, мы ей пользуемся уже 10 лет, по-моему, да, Ира? Ну, он вкусный, не часто просто. Мы в салат я люблю иногда побрызгать такой. А раньше люди макали хлеб и ели, потому что это, во-первых, калории, во-вторых, это антибактерицидное действие. Раны промывали такими вот вещами. Дезинфекция была. Но никогда не было идеи напиться там и драться, или ругаться, или что-то делать плохое. И люди, у которых есть к этому склонность, вообще нельзя пить, я считаю. И если бы я жил не в Израиле, то я бы по сегодняшний день считал, что пить нельзя верующему человеку. Потому что Украина, Россия, там постсоветское пространство – сколько разрушенных семей, сколько горя. И в то же время я знаю людей, даже пастыров тут в Израиле, которые болели алкоголизмом, реально вот страдали, уверовали, покаялись. Сегодня за обедом могут немного выпить сухого вина. И они не становятся снова алкоголиками, как были тогда. Но каждый должен наблюдать за собой. Люди должны себя понимать и знать. Поэтому пьянство – это излишество в употреблении алкоголя. Это когда уже становится эта проблема. И рядом с этим находится переедание. Поэтому сегодня очень много говорят о том, что пить нельзя. Но мало кто говорит о том, что не нужно переедать. А огромное количество людей сегодня живут в таких условиях, что они едят лишнее. Хочется чего-то вкусненького. Поужинал, а потом начинается набеги на тумбочке. И у кого что? Орешки в ход идут. Фисташки. Крекеры, галеты, что там еще бывает? Бамба, чипсы. Все это с добавками вкусовыми. Чипсы, я вот люблю острые, я люблю там, где нарисовано пламя такое, знаете, хариф. Дуритас, название же такое придумали в Израиле. Дуритас называют. Дурит людей, это не еда, это дурилка. Не поэтому, да я знаю, что не поэтому. Это как, знаете, как на иврите язычники называются поганим. Вот как поганцы. И вот эта вся лишняя как бы еда,
она откладывается. Более того, человек заболевает вторым типом диабета, у него вырабатывается инсулиновая резистенция, и даже если он кушает немного, нету в организме нету инсулина, чтобы переработать всю вот эту вот пищу, потому что она откладывается вот в эти все склады. Я хочу вам сказать, вот в последнее время как-то Бог дает об этом говорить, и даже со служителями. Если кто-то когда-нибудь проследит средний возраст алкоголиков, вот сколько лет проживет человек, если он болен алкоголизмом там с молодости, да? Во сколько он умрет? Это от 45 до 55 лет будет. Кто-то 38, кто-то в 43, а кто-то в 56, а кто-то и дольше протянет. Генетика включается, многие другие вещи. Теперь, в Америке 30% людей, страдающих ожирением, не доживает до 21 года. Умирают раньше, чем дойдет им 21 год. Получается, ожирение является большей проблемой, чем алкоголизм. И здесь не надо говорить, ну тогда лучше не переедать, а напиваться. Мы же не об этом говорим. Я говорю о том, что, к сожалению, не сбалансировано, непропорционально подается информация. Вот в этом смысле. А в Писании алкоголизм или пьянство и излишество в еде или переедание всегда идут вместе. И блуд. Вот блуд, пьянство и переедание всегда вместе вы найдете в Священном Писании. Вы встретите. Потому что это одного... это одного поля ягода. Это проблемы из одного и того же области, источника. И я вам скажу, сегодня люди уже знают, вот ученые определили, что у человека есть центр удовольствия в мозгу, есть передатчик, который выбрасывает эндорфины, и есть приемник, который ловит эти эндорфины в мозгу и получает удовольствие. Так вот, человек, у человека вырабатывается этот гормон только тогда, когда он имеет интимную близость с партнером, разрешенным Богом, понятное дело, и кушает. Алкоголь и наркотики провоцируют искусственный выброс эндорфинов в мозг. Именно поэтому растет доза у наркомана. И алкоголик тоже как бы добавляет. Но то же самое происходит с людьми, которые переедают, понимаете? Они хотят все время получить вот это удовольствие. Это очень сложная система, это связано с вкусовыми рецепторами. Желудок полный, а человек продолжает хотеть кушать, потому что здесь во рту что-то, чего-то он хочет. И вот в этом смысле нам необходимо воздержание. Мы, как правило, думаем, что воздержание связано только с тем, что мы не имеем там близость с женой или с мужем. Но воздержание связано также и с употреблением пищи. Для этого посты нужны, чтобы человек тренировал себя в этих вещах, чтобы он мог жить свободно, что называется. Поэтому проблема переедания – это очень серьезный как бы момент. И давление повышается. Сердечно-сосудистая система страдать начинает. Человек не может спать нормально, работать нормально, ничего не может нормально. Нарушается вот этот баланс. Поэтому это не значит, что нужно невкусно питаться. Я считаю, что наоборот, еда должна быть изысканной, вкусной. То есть из одних и тех же продуктов ведь можно приготовить по-разному и по-разному засервировать стол. И для человека важна эстетика. Лучше скушать немного, и пусть это будет красиво и вкусно.
Кто-то скажет, ну, потом еще хочется, когда это тогда, а можно же много и красиво, и вкусно. Много тоже можно иногда, но только на свадьбе где-нибудь там, на празднике каком-то. И поэтому, если вы шаббат, ну, в шаббат я тоже стараюсь как бы, чтобы все было умеренно. У нас много праздников и много поводов. Вот мы на посещение приезжаем, и все хотят нас угостить, и очень часто это выпечка какая-то. Я, если бы всегда это все ел, я не смог бы сегодня делиться этой проповедью, понимаете? Я считаю, что человек должен иметь и моральное, и духовное право говорить с кафедры о каких-то вещах. То есть блудник не может говорить о чистоте в браке, правильно? А обжора не может проповедовать о воздержании в еде. Ну, простые вещи, на мой взгляд. И поэтому ради проповеди Евангелия иногда, не иногда, это несколько раз в день, приходится отказываться от того или иного. Или планировать просто. Знаете, мы об этом практически не говорим, поэтому я считаю, нужно уделить время этому вопросу. Излишество в пище, питье, нелепому недослужению. И поэтому эти люди удивляются, что вы не хотите с ними жить точно так же. Что касается переедания, я вам скажу еще один момент. С возрастом метаболизм у нас падает. Поэтому физические нагрузки не сжигают на самом деле ничего. Они просто разгоняют метаболизм лучше. И у нас перерабатывается вообще еда и лишние все калории, как правило, когда мы спим. Потому что вырабатывается гормон, который называется мелатонин. Это гормон роста, он сжигает лишнее. Поэтому человек утром всегда весит меньше, чем вечером. Но в течение дня мы добираем. И когда у нас перебор, у кого больше, у кого меньше – потихоньку все это откладывается в складах наших. Я имею в виду бока, не то, что кладовки в комнатах. И просто для того, чтобы чувствовать себя лучше, потому что тело наше, оно ведь тоже вместилище духа и должно служить Богу. И его нужно содержать в чистоте не только от табакокурения, алкоголя, но также и от ожирения, также от переедания. Поэтому повезло, наверное, тем, у кого высокий метаболизм. То есть есть люди, которые кушают очень много, но остаются худыми. У них нет ожирения. Это генетика, специфика такая. Есть такие люди, их немного, но они есть. Но большая часть людей, даже не склонных к полноте, при системном и постоянном переедании все равно будет иметь некие отложения жировые. Я прошу всех так особо не напрягаться. У нас нету там, знаете, совсем уже, чтобы плохо было. Ну, когда человек еле передвигается. Ведь я просто интересовался этой темой несколько лет назад, поэтому я и говорю. Там людей возят на... Он не может ходить, человек. Подняться по ступенькам не может. Не может перешагнуть в ванную зайти, чтобы помыться. Из-за ожирения. Пролежни. Между складками там уже кожа гнить начинает, потому что не дышит вообще. Все закрыто. Это ужасные вещи. Ужасные просто вещи. Не говоря уже о том, что это просто вредно для здоровья и смертельно опасно. Вот это все, это невоздержание. Поэтому да, мы говорим о физической чистоте, но она связана не только с тем, чтобы хранить себя от пьянства, блуда, но также и от переедания. Вот. И я вам скажу, для этого сегодня вот многим людям нужно пересмотреть просто. Диеты не помогут. Все, кто думают, что они возьмут диету и похудеют, еще больше потом поправляются. В чем здесь проблема? Нужно изменить полностью культуру питания. Полностью изменить. То есть навсегда.
начать питаться правильно. В этом смысле еврейская культура, мне кажется, очень как бы технологично. Разделение пищи есть на мясную, молочную и так далее. Но представьте себе, что то, что написано здесь, тогда не знали ни про мелатонин, ни про эндорфины, да? Но точно описано в Писании то, что сегодня подтверждается исследованиями современными в плане гормонов. О чем это говорит? О том, что откровение Божье правильное здесь, оно не обманывает. Оно говорит нам то, что и есть. Поэтому я уже немножко добавлю. Кушайте натуральные продукты, не бойтесь кушать сливочное масло, просто не ешьте его много. Не ешьте маргарин и не пеките на маргарине, сестры. Используйте сливочное масло. Не может такого быть, чтобы то, что придумал Бог, было хуже, чем то, что придумал человек, трансформируя жир. Понимаете, о чем я говорю? Это вредно очень. До сих пор никто не может ответить на вопрос, почему корова ест зеленую траву, а молоко белого цвета. Загадка. Вот из этого молока уже получается все остальное. И сыры, и твороги, просто чтобы вы знали, чем выше процент жирности, тем это полезнее кушать для человека. Не покупайте с низким содержанием жирности сыры. Почему? Потому что кальций усваивается в костях, особенно для женщин это актуально, вместе с высоким содержанием жира. То есть, если в твороге или там вот, как это называется, если ты покупаешь, я люблю кушать, 30% там. Гвина шаменет, как это перевести? Сливочный сыр, там 30% жирности. То есть, почти в три раза меньше, чем в сливочном масле. Для меня это очень низкожирная еда. Но кальций усваивается хорошо, поэтому лучше скушать немного вот такого продукта, чем скушать много маргарина и нанести вред своему здоровью. Ограничьте количество, уменьшите количество, но начните кушать нормальную здоровую еду. Вы увидите, что вы привыкнете через какое-то время и будете чувствовать себя хорошо. Поэтому все, что придумал Бог, у меня простой подход. Все, что придумал Бог, оно полезно для человека, потому что и человека он придумал. А все искусственное вредно. Я думаю, мы на этом остановимся. А в следующий раз я начну с 7 стиха, середина рабочей недели, чтобы могли отдохнуть. Поэтому аминь. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы до 120 лет кушали натуральный сыр и масло.